Всем привет! Сегодня расскажу об одном из моих неудачных ремонтов. Принесли джамп-стартер с дефектом, не заряжается и не заводит автомобиль. Это и не удивительно, на крокодилах нет никакого напряжения. Если замерять напрямую с джампера, то напряжение что-то около 7 вольт. Минимально допустимо 9 вольт. При более низком напряжении происходит необратимый процесс деградации батареи. И это как раз наш случай. При подключении USB кабеля для зарядки ток потребления более 3 ампер. Много. Обычно это говорит о коротком замыкании на плате. Так как заряжать устройство с таким дефектом нет возможности, через какое-то время батарея сильно разряжается и выходит из строя. Поэтому кроме ремонта платы, приходится менять и батарею, что нецелесообразно из-за низкой стоимости новых подобных устройств. Джамп-стартер идет в утиль всего лишь из-за этой маленькой пробитой микросхемки. Это драйвер преобразователя напряжения для USB-портов. После его удаления плата запускается, но смысла от этого уже нет. Батарея успела выйти из строя и больше не заряжается даже напрямую от лабораторника.